Ребята, посмотрите, какой сундук я сегодня обнаружила в группе. Написано «Детский сад Казачок», группа «Дельфинчик». Это же мы? Да! Какой красивый сундучок! Так как же его открывать? Вот здесь записка есть. Слушайте, ребята, отгадайте загадку. Если отгадаете, сундучок сам откроется. Он же волшебный. Слушайте, ребятки, загадку. Что же будет? Интересно. Хвост пушистый и усы. Нет прекраснее красы. Лапки мягкие, подушки. Кверху поднятые ушки. Ну, подумайте немножко. Кошка! Кошка. Конечно, кошка. Кто это, ребята? Кошка. Кошечка, посмотрите, какая. Идите, посмотрите, потрогайте. Какая кошка? Она настоящая. Какая кошка? Мягкая. Пушистая. А что есть у кошки? Глазки. Глазки есть. Что еще? Носик. Ушки. Что еще есть? Усы есть. Лапы. Лапки есть. А на хвостик. Лапах. Хвостик. Молодец, Ванечка. А посмотрите. Шерсть какая? Бело-черного. Бело-черного цвета, правильно. Оранжевые ушки, посмотрите. Какая мягкая, красивая кошка. Ой, давайте мы ее сейчас посадим. Садись. Посади ее. А здесь, ребятки, конвертик. Здесь письмо. Давайте-ка сейчас мы достанем письмо и вас послушаем. В сундучке конвертик. Ой, письмо от Каталья Польда. Здравствуйте, ребята. Я хочу организовать выставку, но не умею рисовать. Помогите мне нарисовать разных красивых кошек. Я знаю, вы умеете рисовать. Заранее благодарю. И вам дарю фильм про удивительных кошек. Кот Леопольд. А где же фильм? О, точно, вот здесь фильм про кошек. Хотите посмотреть? Да. Давайте мы с вами сейчас посмотрим фильм про кошек. А мне не видно. Не тоже ничего не видно. Мне тоже. Сейчас. Посмотрите, какой фильм нам прислал кот Леопольд. Посмотрите, какая кошка. Снегу. Лежит кошка. Да, она кладет окна. А какая шерсть у кошки? Черно-белая. А какого цвета бывает кошки? Оранжевая. Черно-белая. Вот какие кошки. Классно еще. А еще посмотрите. И какая? Какая кошка? Этого. Черная. Черная или серая? Серая. Серая. Вот еще одна кошка. Оранжевая. Еще одна. Какой? Шерстка. Черно-белый. Пушистая? Черно-белый. Серая. А это кто? Котятки. Это уже котятки. Что они там делают, котятки? Играют. Играются. Такие игривые котята. А это кто? Котятки. Тоже котятки, какие красивые. Это тоже котятки. Тоже котятки. А вот посмотрите, котенок красивый какой. Котенок. А глазки? Какого цвета глазки? Зеленого. Голубого. Что еще есть на мордочке? Носик. Носик. Такой. Усы. А вот еще один. Котенок сидит. Он в трубе. В трубе сидит. А что же он там делает в трубе? Охотится. Молодцы. А вот еще какие маленькие котятки. Какого цвета котятки? Черного и белого. Молодцы, ребята. Все. Все.
А кот Леопольд еще прислал нам листы бумаги. Посмотрите, какие они разные. Теперь идите, выбирайте листики, кому какой нравится. Дайте мне. Дайте мне найти. Ребята, посмотрите, какие красивые котята у вас разные. Давайте сейчас мы их нарисуем и организуем выставку для кота Леопольда. Рассаживайтесь. Ребята, чтобы наши кошечки... Ребята, чтобы наши кошечки были такие пушистые, я предлагаю вам рисовать в интересной форме. Посмотрите. Листочку вот так возьмем. И сейчас стучать начнем. По контуру мы пройдем. Пала. Ничего страшного. И в голове опять придем по контуру. Рисуем по контуру. Потом головку. У нас еще ушки остались. А потом разукрасим всю кошку. Разукрашиваем внутри и хвостик, и лапки, и голову разукрашиваем. Такая пушистая. Такая пушистая, красивая кошка получилась. Что не хватает? Глазки. Глазки добавили сюда. Глазки. Ушки. Глазки нарисуем. Носик нарисуем. Что еще не хватает? Усики не хватает. И ротика красненького. И ротика не хватает. Сейчас нарисуем ротик. А на лапках что не хватает? Когти. Когти. Сейчас нарисуем вот такие острые когти. И посмотрите, какая красивая, пушистая кошечка получилась. Теперь берите свои кисточки, поздоровайтесь с краской и начинаем рисовать. Сначала рисуем по контуру, кисточку держим прямо. Рисуем, 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 начинайте рисовать, берите краски, рисуем. Сначала пройдем по контуру, а потом рисуем в середине. Между делом говорю, что коту Леопольду понравится, такие у вас красивые кошки. Ой, какие красивые кошечки у вас получаются. Коту Леопольду понравятся ваши котята, ваши кошечки. Какие они пушистые. Молодцы, ребята, молодцы. Давайте рисуйте. Серединку рисуйте. Кто уже по контуру рисовал? Держим кисточку прямо и стучим. А теперь в серединку, Настенька. Давай в серединку, чтобы она пушистенькая была. Давай в серединку. Молодец, Толик. Хорошо, рисуй. Ангелина, молодец. Ту. Не пить нужно. Нарисовала, Машенька? Молодец. Ребенку лучше нарисовать. Умничка. А у Кати какая красивая пушистая кошка получается. А у Кирилла-то какая пушистая. Молодцы. У меня очень пушистая. Очень пушистая, Ангелиночка. Молодец, молодец. Рисуй. Серединку уже рисуй. По контуру уже нарисовала. А у Ванечка полосатенький. Острая кошечка получилась. Я обидно, не получается. А получается, давай. Прямо держи кисточку. Держи кисточку прямо. Вот у тебя салфеточка. Вытирай салфеточку. Свою кисточку. Еще возьми. Краску еще возьми. И нарисуй. Медленно. Нарисовал, вот тебе вас что не хватает у тебя?
Что у тебя не хватает у кошечки? Ротика. Ротика, глазки не хватает. Киточку положи, возьми другую киточку, нарисуй. И голову, давай голову нарисуй. Я кабину, у меня грязная теперь. Давай ее. Еще. Молодец. А теперь можешь тоже и нарисовать ротик. Правильно, да. Правильно, правильно. Держу кисточку правильно и рисую. И правильно. Правильно, молодец, Ангелиночка, молодец. Глазки можно черными нарисовать. Умница, молодец. А ротик где у тебя у кошечки? Ротик нарисуй. А ротик какого цвета? Какого цвета ты будешь рисовать ротик? Зеленого. Зеленый ротик будет, что ли? Травку будет кушать твой котенок? Вот. Вот, красивый. Молодец, молодец. Ангелина, старайся давай. Умница, какие красивые котята у вас, какие красивые кошечки. Толик, бери, ты тоже глазки нарисуй. Глазки нарисуй. Ротик, глазки нарисуй. Ой, вау, Ваня, какой пёс ты красивый. Вот какой. Красота. Я молодцы. Какая красивая кошечка у Кирилла. И у Вани красивая кошка получилась. Ванча такая. Толик, да, нарисуй глазки, ротик. Ангелиночка, давай. Я с клубочком. Клубочком у тебя рисуют. Можно клубочек нарисовать другим цветом. Молодец, Толик. Усики нарисуй, ротик нарисуй. Ангелина умница. Какая красивая кошечка получилась. Она смеется. Она улыбается. Как понравится коту Леопольду. А носик нарисовала, Ангелина? А каким цветом? А каким цветом будешь рисовать носик? Давай коричневый. Ну, возьми коричневый. Где коричневый? Можно черным нарисовать носик. Это коричневый. А у тебя что еще не хватает на мордочке? Ну, у Марка тоже не хватает. Что не хватает у вас на мордочке, у кошечки? Когти вот на ногах. А на мордочке что не хватает? Усиков. Да, давайте дорисуйте, дорисовывайте усики. Коготочки на лапочках. Носик рисуй. Рисуй вот черным пером, нарисуй носик. Потом будем рисовать ротик. А у Вани усики есть, и коготочки есть, молодцы. У Маши даже бантики есть красивые. И клубочки. Я кабина. Я хочу носик коричневый. Нет, я хочу коричневый. Коричневый? Ну что, ребята, все нарисовали кошек? Да, да. Посмотрите теперь на своих кошек, какие они красивые. И теперь мы организуем выставку для кота Леопольда. Посмотрите, какие они у вас разные, разного цвета, какие они красивые. Несите свои рисунки, несите на выставку.
Несите скорее на выставку свои рисунки. Вот какой, какая кошка. И рыжая кошка у нас есть. И с бантиком кошка. Белпина. Сейчас. А тут и с бантиком еще и клубочком. А тут рыжая кошечка сидит. Белпина. А вот Толика какая красивая. Пушистая кошка. Улыбается кошка сейчас. Тут вот она такая черная кошка сидит. Это кого? Красиво. И позовем кота Леопольда. Хорошо? Посмотри. А почему? Почему улыбается? Она наелась травки. Лежит на травке и улыбается. Посмотрите, какая у нас красивая выставка. Выставка кошек открывается. А давайте мы с вами позовем кота Леопольда. Давайте похлопаем. Леопольд, приходи. Мы тебе организовали красивую выставку. Ой, здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ой, мы к вам пришел. Мне мои мышки прошептали на ушко, что к вам, что у вас здесь красивые кошечки есть. Я пришел на них полюбоваться. Какие кошечки у них красивые. И с бантиками, и с клубочками. И усики у них есть, как у меня. Какие вы молодцы. А теперь давайте мы вместе с вами потанцуем. Давайте, выходите сюда. Идите, ребята, выходите. Отсюда. Пойдемте. Проходите, проходите. Проходите, там не танцевать. И если вдруг не смеяться, выключи ему солнце. Танцуем. Спасибо, мои хорошие. Мне так понравились ваши котята. Я их тоже кошка. Я люблю вас, да, добрые, добрые котята, добрые ребята. Большое вам спасибо. Подождите, не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Подождите со мной. Я добрый кот, я кот. Выходите, мальчики, выходите танцевать. Пойдем, мальчики. Танцуй, танцуй. Какие вы молодцы! Вы такие дружные, как и девчата ваши! Идем с нами, пойдем! Такими добрыми и дружными. И оставайтесь. До свидания. До свидания, кот Леопольд. До свидания.